Добрый день, уважаемые друзья! Посмотрите, какие у меня стоят здесь солдатики. Это укорененные черенки метельчатой гортензии Bonfire. Ставила я их вот такими маленькими малютками, можно сказать, чуть больше почки. И за месяц они у меня вот так выросли. Их надо срочно пересаживать, потому что верхние листики черенков уже достигли крышки этого пластикового ящичка. Вот я подготовила уже стаканчики, все подписала, подготовила грунт для пересадки. Вот возьмем здесь те, которые я буду пересаживать. Сейчас вам покажу корневую систему. Посмотрите, пожалуйста. Практически всю ячейку они уже обвили. Вот, например, один. Сейчас вам несколько достану, покажу. Вот такие корешки. Сейчас я их все равно буду пересаживать. Давайте еще покажу. Вот такие. Это череночки метельчатой гортензии Bonfire. После пересадки черенков гортензии я их не поливаю, потому что высаживаю сразу во влажный грунт. Вот такой он у меня, чтобы с него не капала влага, но он при вот так сжатии в кулак, он остается вот такой формы. Но в то же время он сразу вот так рассыпается. В течение 2-3 дней я поливать эти черенки не буду. Я их сейчас после пересадки поставлю тоже в контейнер, закрою крышкой, то есть поставлю их в те же условия, в которых они привыкли находиться. И в течение 2-3 дней я буду их просто опрыскивать по листу, а затем уже начну понемножку поливать. Сейчас я все их пересажу и вам покажу результат. Ну, вот такие красотки теперь у меня, каждый в своем стаканчике 200 миллилитров. Все пересадила. И остались в кассетках, в ячейках, вот самые маленькие. Они еще немножко подрастут, и тогда я их тоже пересажу в стаканчики. Сейчас я все опрыскаю, закрою крышечкой и уберу на этажерку или на подоконник. Спасибо всем за внимание, всего доброго, до встречи!